битвы собрались передо мной. Боитесь, дрожите, детей к груди прижимаете. По нашим землям прошел император Имгыр. Осадил каждую крепостицу отсюда до синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди севера, вы стоите у обрыва. Короли предали вас, и вы обратились к богам. Но вы не молите. Не падаете на колени, посыпая голову пеплом. Нет, вы скулите. Почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли. Было время, когда наш мир соприкоснулся с другим. Ученые зовут это сопряжением сфер. Волей богов силы зла проникли в наше обиталище. И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией. Но мы не запретили ее. Нет, мы изучали ее ради власти и могущества. А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения. Тролли, трупоеды, волколаки. Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных во лжбе, чьи тела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да, с годами их все меньше. Но и поныне они бывают в наших краях, за деньги выполняя свою кровавую работу. Позоря нас самим своим существованием. Истерзанный войной север обливается кровью. Битвы есть удары бичей божьих, что очистят грехи наши. Вспомните об ужасах, терзающих наш мир извне. Дикая охота скачет по небесам каждое полнолуние. Темные эти всадники, вестники второго сопряжения, уводят наших детей в неведомые земли. Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев и объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь — час меча и топора. В этой войне никто не поможет нам. Ночь — час безумия, час презрения.
Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то Весемир замучает ее своими гравюрами. Ну, я пошел. Ага, пока. Лера, отличный у нас все-таки перевал. Я тут подумал, может, Цири подождет еще немного. Это не педагогично и неразумно. Мне тебя очень не хватало. И мне тебя. Но у нас еще будет время. Я искупаюсь, сделаю макияж. А ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. Крыжовник, конечно же. Геральт, хватит трогать мои флаконы. У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой?
Белье. Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гулей и Альгулей. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, это правда. Зато пишет он обстоятельно. Это к тебе не нынешняя глупость. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просит. Распустили мы ее. Мы? Я с самого начала говорил, что Цири нужна крепкая рука. Говорил, это верно. Но она тут же села тебе на шею, как и всем остальным. Ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Цири, ты не в цирке. Пируэт. Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака, может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости, я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней с солью. Фу! Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Я внизу первая. Только если свалишься.
Геральт, что такое? Идем! Геральт, что такое? Идем! Что я говорил о дыхании? Дыши ртом, в ритме шагов. Цири, не кривляйся. Я победил. У тебя ноги длиннее. Я тебе еще покажу. Только сначала вырасту немножко. Ой-ой-ой. Ну и лицо у Весемира. А ты чего ожидала? Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Не верти хвостом. Ведьмак должен уметь обмануть противника. Сам же говорил. Может быть. Но не испытывай мои советы на Весемире, хорошо? А то доиграешься. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно. Доставай меч, Геральт! Быстрые удары. Раз, два, три. Сильнее, чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня, локоть при ударе не выпрямляй. Старья. Уклоняйся. Ноги, Цири, про ноги не забывай. Теперь блоки. Тренироваться. Цири, смотри, под каким углом Геральт держит меч. Ну давай! Что мне блокировать? Я дерусь с глупой куклой. Научишься плавать. Пустим воду. Репост! Удар! Отвечай! Может, погода меняет? Что следующее? Вот тебе! В артерию! О!
А теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Умри. Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри, почему. И чтобы искры летели. Довольно глупостей. Если бы не Квен, я бы оказался в огне. Кто тебе? Арт Геральт, давай! Поняла? Арт собьет с ног любого, нарушит Хватит. Переходим к Аксию. Сучья кровь, как я его не люблю. Ах, а Аксия все в голове путается. Теперь Ирден. Помнишь его? Видишь, Цири? Так я и шевельнуться не смогу. Кидай бомбу. Не бойся, Цири, Квен выдержит. Ну давай! Ладно, достаточно. Теперь спарринг. Ха! Ух ты! Да ты просто зверь. Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири? Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Все в порядке? Кошмар приснился.
О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр-Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Риз. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее. Но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири. А я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Сейчас рассветет, пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы увы зимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Чучело единорога. Мы использовали его пару раз. В определенных ситуациях. Чего молодежь только не выдумает. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. За ним по пятам идут трупоеды. Идем, пока новые не набежали. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет.
потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. Птичий череп в черном кристалле. Что-то мне подсказывает, что он принадлежит Йен. Плотва. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Север. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерии, ни Кейдвена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. Шевелись, а ты плотва. Веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Идем. На помощь! Помогите! Улетел? Да, вылезай. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... вам надо думать, вознаграждение полагается. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мол, они бесплатные и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал, так она вас примет как родных. Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный, прямо из погребка. Так едем. Привет. Значит,
Грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу отдохни. Поедем дальше. Мужики начали ведьмака пытать. Тот так дурак случился у околицы. Но он отнюдь... Чик-чик. Башку-то и отрубили. Было такое. Только мальчонку... Что? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Темерские лилии. Пускай висят. У нас уже не Темерии, дед, а Нильфгард. Да не в жизнь. Чё? Ведьмаки? Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих пьянчуг. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли. Так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки, еда и питье за мой счет. Чего изволите? А жив ли он на тут у вас? Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. А денег-то дают за грифона? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо собьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал к господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли, только не за даром. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет? Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Спасибо за все. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Слышал?
Черные уже поля меряют. Да и пускай меряют. Лишь бы хлеб не жгли. Ой, Драмил, Драмил. Дурной ты, как петух без головы. По что они эти межи проводят, а? Чтобы отчизну нашу на делянки порезать и своим раздать. Да? Что такое? А ведь с тех пор, как мы избавились от беса из Варуны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друган? Да будет ему земля пухом. Раньше все было проще. Чудовища злые, люди добрые, а теперь перемешалось как-то все. Раньше было точно так же, только ты, дедушка, подзабыл. Не тебе меня возрастом попрекать. У самого почти сотня лет за спиной. Пока. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда, покуда у нас пиво в кружках не скисло. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что Родоборы в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьмак у Мики разум отнял. А у тебя язык отниму, если не заткнешься. Отвали! Не станем мы с тобой языками трепать. Я должно быть, порядком уже выпил. В башке у меня шумит. Это не от сивухи. Это ж чары. В игре четыре фракции. Чего? Фракции, команды, масти. Что-то вроде пики и червы. Только у каждого цвета свои фигуры и еще особые карты. Может, лучше войну сыграем? А то, покуда вы мне эту свою игру изложите, уже стемнеет. Пустая трата времени. Скорее Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейрт, заслуженный профессор Оксенфуртской академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии. Ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охласа, я знаю, что вестница войны лишь сказка.
Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны? Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила? Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нильфгаарда собственными глазами. Понять ее и описать. Это будет мой опус магнум. Возвращайся лучше к своим книгам, пока не поздно. Война — это не забава. Здесь не будет выездных сессий, списка опечаток и прочих диссертаций. Тебя убьет первый встречный солдат. Отчего же? Я гражданский, безоружный, соблюдаю нейтралитет. Сапоги. Что? Тебя за сапоги зарежут. Война уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгаард, с другой — Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застряла в горле у многих, владык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ха-ха. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Вестница войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Вообще, почему нет? Отлично. Сейчас объясню тебе правила.
Так-так. Ты, оказывается, дока в этой игре. Если доведется побывать в Оксенфурте, и ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штепана. Он вроде простой кабачик, а в гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. Я ищу женщину. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Ладно, выпью. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Йеннифер из Венгерберга? Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтер Рудим, к вашим услугам. Бродяга — это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва окрестила меня также господин Зеркало и стеклянный человек. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикена. Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твое здоровье! Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Не твое это дело. О, да! Бродяга не заслужил, чтобы перед ним отчитывались. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгаардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Наорала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с Большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Еще чего-нибудь? Как тебе жизнь при нильфгаардцах? Да как и при других. Стригут налоги, реквизируют то одно, то другое. Но зато заботятся, чтоб в деревне порядок был. А Тимерия тебе не жаль? Жаль ее мне, может, и было. С полгода тому назад, после смерти короля Фольтеста. А теперь я хочу только, чтоб тихо было. Может, есть те, что интересное под прилавком? А это зависит от того, что вы ищете. Взгляните-ка.
прощай. Да? Что такое? Пока. Okay.